Салют, друзья, с вами. Сегодня мы будем стрелять в Battlegrounds. У нас же самое жесткое начало серии за все мои серии. Никогда еще не выпрыгивал в окружении 10-15 человек. Тут просто, ну, какой-то... Я не знаю. Если я успею хотя бы что-то подобрать и не сдохнуть, это будет фантастика. На РЛС, и мне плевать. Так, чувак побежит налево, направо, куда он побежит? Вот этот вот. Кто сейчас дропнулся там? Это очень важно. Оу, непонятно. Там уже пью-пью пошел. Так, мне сейчас нужно хоть что-то, чтобы дропнулось, иначе все зря. Привет. Твою мать. Какая жизнь. Так, что у нас здесь еще? Оскар. Какая разница, но здесь знаешь, что здесь кто-то есть, так или иначе. Хуже не сделаю, я думаю. Отлично, это второй фраг. Жесть, начало. Отлично, конечно. Третий уровень шлем? Да ладно. О, аптечка есть. Прикольно. Может, даже как-то попытаемся что-то даже типа выжить, я не знаю. Пытаться не грех на самом-то деле, почему бы и нет. Вот там. Кто-то кого-то уже врубил. Даже не знаю, кто из кого, из дробовика, что ли? А это у нас здесь что? Здесь скар. С патронами, кстати. То, что нам нужно. Так. Так. Идите к черту, я на горку, если добегу. Ой, самолет так еще летит. Ёб твою, что-то дропни куда-нибудь нам, пожалуйста, прям сюда. Давай, сделай это, сделай. Ну сделай это. Дропни. Сволочь, дропай уже. Давай. Эх ты собака, улетел. Даже если он там сейчас дропнет, я уже не побегу. Слишком далеко. Ну, ладно, давайте смотреть. Какой ж... Надо бежать наоборот тут. Опа! Клиент. По-моему, добили в спину этого чувака. Ой, нам надо бежать отсюда. Я вообще...
Ну да, я к выходу вроде бы бегу из этой жопки. Так, нет, я, по-моему, бегу прям в зону, наоборот. Да, строго в зону бегу. Мать-вать. Не знаю, умру, не умру. Машина вон стоит где. Молимся. Мне бы энергетиков вообще-то какого-нибудь цапнуть бы. Было бы круто. Ну ничего нету такого из энергетиков. Ладно. Еще впереди домик, и вон там еще домик есть. Граната, спасибо за гранату. Да ладно. Ну, патроны, в принципе, прихвачу, пускай будут, но. Кто-то кого-то еще заливает, он народу задевает на самом деле. Блин, пистолет. Я так обрадовался. Глушитель на автомат, это же просто, ну, это лучшее, что есть в этой игре. Аптечка, в принципе, пригодится. Энергетик дайте один. Я ж многого не прошу. Чуф. Вообще пусто. Ауч. Прям неожиданная неожиданность на самом деле. Тик черто. Сволочи. Ладно, поехали. Хвост нам сейчас зона подожмет. От дороги.
Так, друзья, ну что? В. Везение. В принципе, на самом деле, дальше уже пешком надо двигаться, чтобы не сильно машина не привлекать внимание к себе. На всякий случай прихватили, если ближневой какой-нибудь. Так, ну что, у нас, в принципе, немного чего с собой. Но мы можем двигаться. Как смешно смотрится этот противогаз с этим шлемом. Это такой, знаете, качественный космический наряд на голове. Так, что он там еще дома есть? Те уже двухэтажные, там уже можно что-то надеяться. Там можно надеяться на пулю. Вполне, кстати. Шутки шутками, но... Сервак, не начинай лагать под конец, пожалуйста. О нет, по-моему, у сервака начались лаги, да. О да, друзья, это, конечно, все, это адово, адок. Ну, если не отпустит, то... О чем-то говорить вообще бессмысленно. Что там у нас? ММК.
Мы здесь достаточно хорошо сидим. Высоко глядим тут. Все дела. Но вопрос, куда зона сузится? Огромный такой вопрос. Вопрос на миллион. Сейчас узнаем, на самом деле, куда она сузится. Очень скоро узнаем. Не знаю, сервер... А где дроп? Угу, давай ко мне. Серьезно? Да ладно, мать его. Давайте рискнем. Что делать? Надо рискнуть. Так, куда зона сместилась? Как зона хорошо сместилась. Блин. Сирак еще лагает. Я думаю, что это будет мое самоубийство. Но попытаться можно. Может даже на машине это сделать? А, машина же далеко у нас. Тут мы пешком пошли. Ну что ж, ладно. Двинули. Правую руку у нас уже желающий добыть груз есть. Лечимся, друзья. А, вижу его. Вижу этого урода, который по нам лупил. Сейчас мы его влупим. Собаку такую. Ага. Улыбнулся, сволочь.
Ну. Нормально. Ни хера себе пулемет этот лупит, я вам хочу сказать, друзья. Сидим пока себе потихонечку. Нам тут весьма хорошо сидится пока. Откуда лупит вашу мать? Так, ну... Зона сужается. Надеюсь, меня сейчас сразу не цепанет, потому что не хотелось бы. К сожалению, я не в зоне. То есть меня домогнет, если я не убегу. Давайте спрячемся за вон то дерево, посмотрим, как оно пойдет. Блин, ну там я буду... Ну ладно, попробуем.
Вижу. АМВ. АВМ, точнее. О, ясно. Ну, друзья, топ-5, с учетом того, что меня сейчас тупо шотнули, я обязательно поделюсь с вами этим видео, просто потому что было жесткое начало, очень прикольно, мы постреляли с пулемета, я не знал, что он так классно может выпиливать машину. Ну и 4 убийства, это, конечно же, не самый классный матч, да и топ-5, в принципе, это не топ-1, хотя шансы были. Но там чувак с АМВ лежит, очень удачно лежит, и если он сейчас займет горку, он ее займет, скорее всего. Кто же знал, что он именно с этим, я по звуку еще не умею определять, то все в его руках, на самом деле. Вот он сейчас поднимается на горку и распиливает все, что там живых остается. Вот, как-то так. Ну что ж, если серия понравилась, в любом случае, поднимайте большие пальцы вверх и ждите новых серий. А я с вами прощаюсь, мы чертовски скоро услышимся, всем пока.